Бывшая жена Шаляпина объявила о скорой свадьбе. Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина объявила, что выходит замуж за молодого и обеспеченного человека. Избранником предпринимательницы оказался Василий Райский, о чем бизнес-леди сообщила в Инстаграм. Копенкина опубликовала видео, где они с возлюбленным едут в ЗАГС на мотоцикле. Торжество по этому случаю состоялось в одном из столичных караоке-клубов. Бывшая жена Шаляпина выглядела очень счастливой рядом со своим бойфрендом. Весь вечер 66-летняя невеста активно развлекалась рядом со своим кавалером. В адрес будущих новобрачных звучали поздравления. Сам жених еще раз сделал со сцены предложение Копенкиной, чем вызвал невероятный восторг гостей.